да? Нет. Не пенальти. Momento em que acontece sempre a solução correta. Ora lá estava Cristiano Ronaldo, grande corte agora de Estrico. Штрафную, Хаверц! Не повезло здесь Байеру, повезло Ювентусу. Хотя было спокойно. Феликс, блестящая передача! Момент! Делив! Делив сейчас вынес и мяч, и Коррео выключил из игры. Санчес забыл начать рывок. Как же так, где залетает ворота? Давид Луис, это Давид Луис, это человек, из-за которого сейчас они... Вложили сан-себастьянцев, севильцев в кубковой игре и разгромили 4-0. Очень расстроил, что Бейл ему мяч не покатил, но Бейл шел на хет-трик. Chodzi w pole karne Orsolini, rzut karny, czy wszyscy wcisk chyba w piłkę? A Ricardo Orsolini ładnie się zabrał z tą piłką, a nie wyszło tutaj. Удар с линии ворот выбивает мяч механически Фабиан Трэп. Как же здорово сейчас все сделали правильно. Вот хорошая атака. И в последний момент Каликула Крус обезвреживает атаку аргентинцев. Avec Cyril Dessert, ça commence. Oh, l'intervention sur le ballon. C'est juste comme cela. Саме, Палеро, флагу, штрафной. Практически прокинул себе мяч и не заработал бонус. Не очень, Неймар. Вот сейчас идеальный контент в исполнении. Это 1-1, Ерокин. Ерокин падает, сгрузил. И скорости для того, чтобы... Камаз и Пике, ничья 1-1. С линии ворот буквально. 16. Выминут вперед Пол Скоулс, 18 номер. По краям играют Криштиану Роналду. Ушел в матч, Матео Весина, Русса из Ливерпуля.
I gotta put it down. So listen to me, man, you could just do it if you just believe. I'm not like them, I gotta shout out, yeah, once more to that man. Yo, Francis Ngannou, that guy is just a champ. I pay respect to legends and I celebrate the past. Urak Yilmaz zastavený neskutečným způsobem. Presoval Kimpembe o situaci 4-1, vyřešil Kimpembe naprosto sám. И вот он заканчивает все! Но еще раз мы многоточие ставим. Денис кивает. Какой эпизод? Ах, и опасный момент! Пиво! Мартинелли! Man, that's a simple fact. I gotta put it down. So listen to me, man. You could just do it if you just believe. I'm not like them. I gotta shout out, yeah. Once more to that man. Get Francis Ngannou, the guy is just a champ. I pay respect to legends and I celebrate the past.